В Лыткарине состоялось первенство городского округа Люберцы по фигурному катанию. 160 участников из Подмосковья и других регионов Центральной России поборолись за спортивные разряды и награды. Каково это – посвятить свою жизнь спорту, узнавала наш корреспондент Анна Троян. Сложные элементы, грация и строгая дисциплина. Люберчанка Виктория Соловьева полюбила фигурное катание еще с пеленок. Три девочку отдали заниматься профессионально, а сегодня она уже не видит другого пути, кроме как стать олимпийской чемпионкой. Моя бабушка учила моего тренера, она была тренером, и я заинтересовалась, как можно научиться кататься на коньках. Я сначала начала ходить на стадион около моего дома и кататься на коньках. У меня сначала не получалось, постепенно мне начало оно нравиться, и вот мне 9 лет, и я до сих пор занимаюсь. А стимул у юных фигуристок весомый. Все они следят за успехами российских чемпионов. Команда «Люберец» стала одной из сильнейших на первенстве. Городской округ представили 40 спортсменов. И несмотря на то, что у них нет своей ледовой арены, ребята имеют многочисленные награды. Мне очень нравится изучать всякие элементы, потому что мне нравится очень кататься. Просто по телевизору увидела, как девочка катается, и мне понравилось. Вдохновленные красивейшим видом спорта, на лед в этот день вышли 10 команд, представляющих Подмосковье, Москву и другие регионы Центральной России. У фигуристок от 6 до 15 лет был только один шанс – произвольная программа. Не легче пришлось и родителям участников. Ведь известно, что часто именно они стоят за успехами больших спортсменов. Это очень такой тяжелый труд. Это постоянные тренировки, это время, которого почти нету, это тяжелые сумки, вот, это, в общем, скажем так, слезы. И я считаю, что, конечно, мы настолько уже втянулись, что не знаю вообще, как бы, наверное, мы уже, наверное, пока мы не бросим лед, пока мы будем еще идти и стремиться дальше. А на соревнованиях идти только вперед фигуристам помог еще один стимул. Во время катания программ они могли получить новые спортивные разряды. И в наших соревнованиях, конечно же, побеждает тот, кто наберет самое большое количество баллов, который представит лучше всех свою команду и который сделает это без ошибок. Потому что каждое падение, каждая техническая ошибка учитывается судьями. По итогам первенства участники также получили медали, кубки и грамоты. Мы любим фигурное катание! Анна Троян, Алексей Курский, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.